Добрый день, господа. Позиция ручная соковыжималка для лимона. Выпускается она в такой коробочке. Вот так она выглядит. Легко разбирается, легко промывается. Давайте вместе с вами попробуем, как все это выглядит. Ну, собственно, вы видите, сок ушел вниз, весь жмых остался здесь. То есть жмых в контейнер соком не поступает, очень удобно. Есть маленький носочек для того, чтобы добавить сок туда, куда вам нужно. Итак, соковыжималка ручная для лимона. Всем удачных продаж!